Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и это неделя вызова духов. Сегодня мы будем вызывать песчаного человека. Ну а перед началом я бы хотела рассказать вам легенду, которая связана именно с этим песчаным человеком. Ребята, существует такая легенда, то, что где-то в Египте существовал очень опасный преступник. Его поймали и решили повесить. И пока он висел на виселице, птицы выклевали ему все глаза, еще пока он даже был жив какое-то время. После чего его просто закопали в безымянной могиле, там где-то в песке. И когда прошло несколько лет, кто-то провел какой-то специальный обряд и возродил душу этого песчаного человека. И говорят, что когда его вызывают, он приходит в этот мир через потусторонние вот зеркала. В данном случае у нас мы откроем портал, и песчаный человек придет. Дело в том, что это опасно и чревато тем, что он может как-то навредить мне и поранить мои глаза. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И если вдруг этот песчаный человек, песочный человек захочет сделать что-то своими глазами, у нас есть заказанная из Даркнета бутылочка с питьем. Здесь вода, которая позволяет регенерироваться человеческому телу, то есть восстанавливаться. Ну, грубо говоря, живая вода, чтобы вы поняли. То есть, вдруг что-то случится, Дима даст мне это выпить или нальет на глаза, чтобы я восстановилась. Это очень опасно, ребята. Также, для того, чтобы призвать песочного человека, мы воспользуемся доской для вызова духов. Также у нас есть зеркало, которое откроется для того, чтобы песочный человек появился. То есть я должна увидеть песочного человека в этом зеркале. Нам нужен будет огонь. Огонь я буду зажигать. Видите, это пентаграмма, это знак дьявола. И, соответственно, это также поможет нам призвать песочного человека. И, конечно, самым важным — это песок, ребята. Песок. Вот, песок, который... Да, мне придется съесть немного песка вот этого, потому что песочный человек, он погиб в этом песке, и для него, когда вызывает, обязательным атрибутом для вызова этого духа является песок, огонь и какое-то спиритическое, вот, либо доска для вызова духов, либо еще какая-то. Так что чем больше мистических каких-то артефактов присутствует при вызове духов, но самое главное — это, конечно, ребят, песок. Самое главное — это песок. Он должен зарядиться этой энергией, когда я сейчас буду произносить заклинание, ребят. Заклинание я буду произносить про себя, не вслух, чтобы вы не повторяли, потом мы не пробовали призвать песочного человека такими же методами, как это делаю я, потому что без слов, сказанных мной сейчас, которые я буду произносить, вы, в принципе, никогда не сможете вызвать песочного человека. Ну, в принципе, вы можете попытаться, но он не придет. Поэтому, ребята, вообще не пытайтесь этого делать, потому что для того, чтобы вызвать песочного человека, необходимо есть песок и говорить заклинание. Это очень сложно. Я вообще не представляю просто, как я сейчас буду есть песок, потому что, ну, все вы знаете, что песок, он несъедобный, и его, в принципе, не едят. Так. Это не горит. Ну, я думаю, что достаточно огня, блин, горячек. Смотри, я должна буду в отражении увидеть именно песочного человека, если он придет. Итак, наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Песочный человек, я призываю тебя. Песочный человек, я призываю тебя. Песочный человек, я призываю тебя. Итак, Дим, сейчас самый ответственный момент. Сейчас я буду есть... сейчас я скажу заклинание. И потом мне нужно будет съесть песок. После чего... песочный человек должен прийти. Итак, я начинаю. Блин, обалдеть, я не знаю, как я буду есть этот песок. Вообще, как ты думаешь, много его надо или чуть-чуть достаточно? Я думаю, попробуем, хватит. Слушай, он отдает прям землей.
Боже, я не знаю, как я это буду делать. Ладно, я начинаю читать. Теперь самое сложное, нужно съесть песок. Короче, я не знаю, Дим, давай, давай сюда. Я возьму сейчас вот чуть-чуть вот это вот. Достаточно, думаю. Боже, как ты думаешь, этого достаточно? Возьми. Боже, он скрипит на зубах. Все, все достаточно. Фу, воды бы, прям чуток, скрипит на зубах, невозможно. Фу, гадость какая. Подожди, может, воды принести? Да, мне бы вообще глоток, фу. Сейчас я уже несу. Сейчас я буду смотреть в зеркало и пытаться увидеть песочного человека. Песочный человек, приди. Песочный человек, приди. Песочный человек, приди. Что произошло? Он был там, я его видела, глаза. Он был, я его видела. Я не знаю, он что-то плеснул в них. Он как будто клюкнул уже. Все, дай что-нибудь, тряпку, что-нибудь, дай. Сейчас я принесу. Шипит! Невозможно! Давай что-нибудь! Я не знаю, он даже что-то клюнул прямо в глаза! Нет. Клюнул! О, боже, жжет! Боже! Она жжет, жжет! Черт! Ирина, осторожно, осторожно! Я ничего не вижу! Что с моими глазами? Ирина, у тебя все в крови! Я не знаю, что нужно избавиться, его выгнать, иначе он не остановится. Нет, на зелье, надо выпить зелье срочно! Да, да, может быть, оно поможет. Оно было где-то здесь. Черт, я его не вижу, нету нигде. Боже, этого не может быть. Значит, он его, блин, похитил, украл или спрятал. Я не знаю, Дим, что теперь делать? Давай, давай, я руку. Же не смогу без глаз, Дим. Давай руку, я тебя буду вести. Боже, куда вести? Надо закончить обряд и что-то сделать. Может, он вернет. Дай мне доску духов. Нужно затушить свечи, все, закрыть портал, уничтожить, убрать его отсюда. Давай попробуем затушить. Туши, я не вижу ничего, у меня адски болят глаза, блин, мне бы восстановить глаза, черт. Туши. О, боже, господи.
Я не ожидал, что он так сразу быстро нападет из зеркала. О, боже, как больно. Сейчас я попробую найти. Найти листик. Я ничего не вижу, ищи. Нужно закончить. Дай мне доску для вызова духов. Вот она. Господи, я ничего не вижу, глаза болят. Где планшетка, где? Ворота закройтесь. Ворота в потусторонний мир закройтесь. Песочный человек, убирайся отсюда. Прощай. Все правильно? Я на прощай убрала? Нет, ничего не получается. Ты что, не мог мне повернуть доску, что ли? Нормально, блин! Я же не вижу ни черта! Убирайся в потусторонний мир, убирайся в потусторонний мир. Песочный человек, убирайся в потусторонний мир, прощай. Ой, как больно! Давай быстрее ищи! Черт, куда она могла деться? Черт, вот оно! Неси скорее, давай я выпью! Как оно попало на кухню? Как ты себя чувствуешь? Ирина, как глаза? Слушай, вроде лучше. Лучше. Чертов песок. Сейчас я попытаюсь открыть. Ты видишь? Да. Черт, он забрал твои глаза. Обалдеть, ты не представляешь, как тяжело без глаз. У меня просто все жгло и горело. Я понимала, что у меня просто какие-то дырки вместо глаз. Вообще кошмар. Это очень-очень опасный дух. Песчаный человек. Я надеюсь, что он убрался в свой мир. А мне нужно будет привести себя в порядок. Надо это все отмыть. Нереально просто, как было больно. А сейчас офигенное, конечно, зелье вот этой регенерации выпила. И вообще ничего не болит, только следы вот эти вот остались. Ой, ребята, короче, это вообще просто жесть. Этот песочный человек, никогда не повторяйте этого, не вызывайте этого духа. И до встречи в новых мистических видео. С вами была я, Королева Мистики. Ну а теперь ваши комментарии. Пока!